Третий период начался. Счет по-прежнему 2-1. Команды поменялись воротами. Второй период прошел в обоюдо острой борьбе. Без шайб. Очень нервно. В атаке хоккейный клуб «Энергия». Был бросок по воротам. Шайба прошла чуть выше. Начинает у нас первое звено. Перехват шайбы. В атаке «Ураган». Перехватили шайбу наши игроки. Пытаются организовать в атаку. Убежать в атаку. 2-3. Проход за воротами. На пятак наброс. Ну, где же шайба? Некому добавить. Опять потеряли шайбу на пятаке наши ребята. Шайба не выходит из зоны. Наброс на ворота. Надежно играет вратарь. Такое впечатление, почему-то все остановились игроки. Бросок. Не видел шайбу. Голкипер команды «Ураган». Закрывали ее защитники. Атакует хоккейный клуб «Энергия». С неудобной руки был проезд перед воротами нашего нападающего. Выбрасывает шайбу «Ураган» из зоны. Смена составов. Бодро начала наша команда. Видимо, получили установку от тренера в перерыве наши ребята. Не выпускают соперника из зоны. Атакуют, организуют навал на ворота. Набросы, броски. Дубаков караулит шайбу на синей линии. Бросок. Много работы по первым секундам третьего периода у голкипера команды «Ураган». Но пока справляется. Выбрасывают шайбу хоккеисты «Урагана». Пытаются организовать контратаку. Пока надежно играют наши защитники. И вновь побежал хоккейный клуб «Энергия», побежал в атаку. Бегишев бросал. Заблокировали бросок. Наброс на ворота. На пятаке традиционно дежурит Деморецкий. Вновь наброс на ворота. Перехватывает шайбу «Ураган». И контратака. Пропускают ее наши ребята. Последний момент. Защитники выбивают шайбу. Пытались ее вывести из нашей зоны. Не получилось. Наброс на ворота. Шайба проскакивает практически по пятаку. Опасная игра. Получает наш капитан в лицо клюшкой. Неприятный момент. Очень неприятно, очень больно. Но это не специально, это было понятно, игровой эпизод. Но тем не менее, травмы нам не нужны. Давайте мы все-таки как-то будем уважительнее играть друг с другом. Тем не менее, удаляется игрок команды «Ураган». Удаление. Вбрасывание в зоне соперников. Бросок по воротам. Подставлена клюшка, и шайба не достигает своей цели. Перехватывают ее наши ребята в средней зоне. Пытаются организовать позиционную атаку. Умело защищается «Ураган». И шайба попадает в вратарю «Урагана». Вводит он ее быстро в игру. Смена наших кистов. Интересно, как там сейчас наш капитан, наш 18-й номер. Все ли в порядке? Надеемся, что все пройдет без последствий.
В атаке энергия. Не пускают зону. Соперники не пускают зону. Команды вошли ребята. Пытаются расставиться. Наброс на пятак. Шайба по борту. Пока безрезультатны наши атаки. Бросок по воротам, подставляется клюшка. Шайба не заходит в ворота. Осталось 20 секунд большинства. И в атаке ураган. Перехватывает шайбу наши ребята. Пытаются организовать атаку. Отбирают шайбу. Ну, это подножка, товарищ судья. Да, как-то пошли нервы у хоккеистов. 8 секунд. 5 на 3 будут играть хоккеисты. 8 секунд. Интересно, много это или мало. Получится ли реализовать большинство за это время. Бросок по воротам. Ну и практически сразу 5 на 4. 5 на 4. Еще 2 минуты большинства у нашей команды. В атаке наши ребята. Умело защищается ураган. И даже пытается организовать атаку. Бросок по нашим воротам. Ну, это что-то как-то совсем не такие ворота уже, что называется. Чувствуют себя вольготно в нашей зоне соперники. Пытаются на пятак набросить. Побежала в атаку наше нападение. Бросок. Блокирует бросок кисть урагана. Выбрасывает шайбу в нашу зону. Минута еще в большинстве. Нужна реализация моментов. Из-за ворот начинают наши ребята. Третье звено на площадке. Деморецкий на льду получает шайбу. Бросок. Добивание. Добивание. Не получается у Бегишева добить шайбу в ворота. Что-то не идет у Сергея. Как-то не везет немножко. Ну ничего, я думаю, пристреляется наш лучший снайпер прошлого сезона. Все будет хорошо. Вбрасывание в зоне соперников. По-прежнему в большинстве. Бросок от синей линии. Валят Деморецкого на пятаке. Но все в пределах правил. В полных составах играют команды. Прошло 8 минут третьего периода. Из них половину этого времени наша команда играла в большинстве. И реализации момента не состоялось. Надо сделать выводы нашим ребятам. Есть о чем задуматься тренеру. Выход один на один. Володя, держи! Семилетов делает сейв. Браво! Молодец! Молодец! Владимир спасает свою команду после сольного прохода игрока команды «Ураган». Браво! Надежен наш голкипер. Вбрасывание в нашей зоне.